Привет, друзья, с вами Владимир. Сегодня я решил приготовить фунчозу с курицей. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. У нас здесь куриная грудка, приблизительно 200-250 грамм. Из овощей это морковь, нашинковал я ее, приблизительно 200 грамм. 1/3 часть сладкого перца, половина огурца мне понадобится. Также половина головки лука, так как луковица большая. 4 зубчика чеснока, немного укропа. Из специй. Это черный перец, красный, острый. Немного уксуса добавлю, соль, растительное масло и лапша. Лапша у меня толстая, бывает тоненькая. Ее нужно отваривать. Ставим 2 сковородки на газ. В одну уже масло налил. Так, добавляем масло. Приблизительно 3-4 столовые ложки. В одной будем обжаривать курицу, а во второй будем овощи. Пока греется масло, нарежу лук. Масло наше нагрелось. Выкладываем курицу. Огонь сделаю поменьше. Накрою крышкой. Так, во вторую сковородку добавляем лук. Будем обжаривать его минуты 3-4. Прошло минуты 4. Лук наш обжарился. Добавим морковь. Сразу перец. Все это перемешаем. И обжарим. Минуты 2. Слегка, чтобы немножко мягче стала морковь и перец. Так, не забываем про нашу курицу. Закрою крышкой. Буквально на пару минут. Прошло приблизительно 2 минуты. Морковка уже стала мягче. Так, убираю в сторону и добавляю красный перец острый. Смешаем с маслом. Все. Морковь убираем в сторонку. Ставим казан с водой. Воду я вскипятил. Сейчас будем отваривать. Как закипит, будем отваривать лапшу. Так. Вода в курице у нас вся выпарилась. Сейчас я посолю ее немного. Она уже готова. Еще пару минут и также будем выключать. Прошло 2 минуты. Вот, мясо уже готово. Включаем. Как раз закипела вода. Добавлю соль. Так, огонь сделаю побольше. Упаковка у меня здесь 250 грамм.
Главное не переварить ее. Лапша у нас закипела. Смотрите, какая она. Обязательно нужно пробовать ее. Ну вот, будем варить минуты 3-4, потом попробуем. Главное не переварить. Если ее переварить, она станет мягкой и не будет такой тягучей. Прошло минут 7-8, лапша наша сварилась. Вот такая она получается. Вот как она тянется очень сильно. Сейчас нужно ее слить в воду и промыть холодной водой, чтобы она перестала готовиться. Чтобы не разварилась. Лапшу мы отварили. Вот такая она получилась. Она очень длинная, ее нужно сейчас немного нарезать. Возьму так прям. Теперь она стала немного короче, ее удобнее будет есть. Нарежем огурец. Огурец буду нарезать соломкой, тоненько. Добавляем к нашей лапше. Нарежем укроп. Также добавляем чеснок. Добавляем нашу морковь обжаренную. Также добавляем курицу. Добавляю черный перец. И приблизительно одну столовую ложку соевого соуса. Вначале забыл сказать про него. И немного уксуса. У меня уксус 70%. Вот совсем немного. Все это хорошо перемешаем. Добавлю еще немного соли. И все перемешаем. Вот такой салат у нас получился. Сверху добавил немного жареного кунжута еще. Но кунжут я добавляю только при подаче, чтобы он не размяк. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте и, конечно же, подписывайтесь. А кому интересно, может зайти на канал моей дочери, ссылка будет в описании. Там она выкладывает обзоры на все блюда, то, что мы готовим. Всем удачи, всем пока!